Не забудьте подписаться на новый канал «Проверка казино», а также поставить колокольчик, чтобы не пропустить свежие заносы. Ну а теперь смотрим видосик. Я вас всех приветствую на канале «Проверщик», и я сегодня буду играть в автоматы под названием «Книжки», «Book of Ra», иначе говоря. Погнали, чё? Буду крутить первую, третью линию. По «Book of Ra», конечно, это не очень хорошо. Такие линии крутить, но давайте посмотрим, что из этого получится вообще. Выпадет ли мне что-то, будет ли кайфовый какой-то выигрыш. Ставочка 50 рублей, вообще копейки получается. Но прикол в том, что по первой линии выигрышей будет крайне мало лететь. И, наверное, я очень долго буду крутить без какого-либо выигрыша. Так, что-то зависло, и выпало две книжки, к сожалению, не три. У меня последний не... О, 250, хоть выиграл, хоть что-то есть. Еще 250. Можно, кстати, на пробитии попробовать. Давайте рискнем. Нет, не зря рисковал. 250 рублей проеб получается. Так, раз книжка, два книжка, третий нету. Третий не бывает пока. Ну, ребят, автомату надо как бы просраться немножко, чтобы он начал третью книжку высовывать. Поэтому тут главное терпение. Терпение, и все будет хорошо. Так, снова две соточки. Хочется все-таки линию покрасивее. Ну, а потом, если что, перейду тупо на третью линию. Там будет поприятнее игра идти. Только ставку немножко на линию поменяю. А то 50 рублей на линию — это многовато. Так. 100 рублей выиграно. Я не помню, чтобы я ловил, кстати, по первой линии бонус. Ну, сейчас позырим, как оно будет. Вы же понимаете, да, что Book of Ra, чем больше линий, тем лучше. Хотя, блин, тут если... интересно работает, ребят. Тут если покроет 4 поля, то я 20 тысяч заработаю. А это, кстати, довольно реальное событие. 4 фараона, чтобы выпало. Так, и... О, еще дополнительно. Неплохо. Это 10 фриспинов. Бонусный символ такой же остается. То есть остается фараон. Так, раз фараон. Больше нет. Все по одному. Даже 2 не выпало ни разу, ребят. Так, зато книжек много выпадает. Так, наконец-то хотя бы 2 фараона, это 250 рублей всего лишь. Ну дай хотя бы 3 фараона, ёб твою ж мать. Что, так жалко, что ли? Ну, посыпались, короче, по 2 фараончика, но... А какая разница, конец игры уже наступил, 1450, ладно. 3800, ну погнали на третью, тогда не буду менять ставку на линию, по третьей линии буду крутить, тут будет почаще что-то выпадать. Главное верить, надеяться и ждать, ребята. 250 попробуем. Что-то не пробиваю особо. Так, хотя бы пару разков надо рискнуть. Может, оно и повезет. Но как бы бездумно так делать не надо. О, наконец-то угадал. Как бы если тыкать постоянно на черное, то может быть повезет, да. Так, ну пока полный минус идет. Пока идет минус. Бонус. И на трех линиях, ну тут уже будет поприятнее. Тут уже должно быть покомфортнее все. На сколько? Кто? Ну давай уже, выдай его, блин. Десятка, отстой, отстойный символ. Вряд ли их выпадет 4 штуки. Ну не, может выпасть, но тут в основном будет по 3 штуки выпадать. Это 750 рублей выигрыш. Это немного, это не то, чего я хочу. Еще, блин, последнее время новоматик просто, это автомат, вышка, пушка, отвечаю. Новоматик последнее время, Book of Ra, вернее, выдает охерительный бонус в бонусе. Раньше такого не было, отвечаю. Я играю 10 лет, ну, 10 лет, 7 лет уже, и 4 выпало, отлично. По 1350, это, ну, более-менее, 3000. 3000 выигрыш, даже 3750 получается. Все, последний спин 7600.
8 800. Чё, погнали по 300 рублей покручу. Будет ли разница? Интересно. 500 рублей, вот, блин, не пробил. Надо было пробить. Вот удобно, как два раза нажал, оно все быстрее упало. Так, две книжки, третью не дал. Давай третью, ну, блин, опять. Отлично, отлично. Просто, я вам говорю, это бонус за бонусом улетает. Бонус за бонусом. Погнали, какой символ. И после этого уже, хотя, наверное, еще можно поиграть. За два дают... Получается по 1000. Так, по 1000 даст. Сейчас по 1000, это 3000 рублей, нормально. Блин, выпади 3. Еще дали шанс, еще дают шанс. Это, блин, уже суммарно просто 60 фриспинов, ребят. 60 фриспинов уже суммарно, это очень много. Это за одну игру. За одну игру столько... Не может просто выпасть чисто физически, ребята. Оно выпадает. Оно прям на ваших глазах выпадает. Оно получается каким-то хером. Ну дай ты 3 фараона. Ой, 3 этих мужика-то, ё-моё. Да не дает. Да не хочет. Не хочет тупо. Но в любом случае 10-ку-то не выдал. Покручу еще. Покручу. Посмотрим, что будет. Дойду до 10 тысяч. И... Если ничего не выиграю, то ладно, останусь десяткой всего лишь. Может, если повезет, то какая-нибудь линия хорошая выпадет наконец-то. А то ни одной хорошей линии не выпало по-настоящему. Выпадали только бонусы. Ну, а вот... так, это что, будет третья книжка? Нету. Все, до десятки долетел. До десятки долетел, ребята. Или еще покрутить. Вот не могу остановиться, ребят. Не могу. Тупо не могу. Еще есть стойкое ощущение, что можно выиграть. Можно. Так не поступайте. Так никогда не пытайтесь продолжить игру, когда уже пошел слив полный. Потому что вы, скорее всего... Да ё-моё, ну... Так. Третью. Ты собака, ты такая, блин. Не выдает. Ничего, не хочет. 500 рублей. Мало. Линии хорошей, ни одной не было хорошей линии, бонуса. Во, хоть первая более-менее нормальная линия на 3000 рублей. И то на ставке в 300, это как бы много. Так, походу я сливаю, ребят. Я сливаю баблище просто как идиот. Опа-на! Оп, вот, наконец-то шикарная линия на 10 тысяч. На 10. Все, и можно заканчивать игру. 16 получили. Все, хорошо. Линию выбили. А за 10 минут одну линию это точно можно выбить. Хорошую, которая выдаст, покроет все выигрыши, ой, все проигрыши. Как видите, я с 14 тысяч до 6 дошел. И потом просто на тебе 10 тысяч. Вот так вот. Вот это настоящая игра в казино Вулкан. Спасибо всем. Подписывайтесь на канал, ждите новые ролики. Всем удачных игр. Покедова.